Не могу переводчик стоит, наверное. Как раз давай. Сфоткаемся, пацаны. Да, сейчас он нас разведет, охуенно. Ну, мы так головно тебя можем съесть. Привет, Нафта. Спасибо. Завтра. А может, послезавтра. Спасибо. Ну тут, кажется, жанра пицца какая-то турецкая. Небольшая кухня. Сеня, ты обязан слепить из этого говна что-нибудь приличное. Ну ты понял, да? Я же тарелку нашел, блин. А, вот. Да. Не хочу. Что это? Пельмешки или что? Это да, это, короче, это спагетти. Какие вообще? Наполитано соус. Болдыржинного нет. Так, ты мне оставь что-нибудь. Ты именно с картошкой дружишь? Ну такое, да. Ага. Нифига себе, какой-то рулет куриный. Да. Так. Ё-моё. Конечно, надо замочить такую комбину. Все аккуратно переложить. Оп. Ребят, шведский стол здесь просто неземное. Кристалл. Это самое то. А? Мы сидим с правой стороны у окна до самого конца в зале. Да? Да. Хорошо. Хорошо, я скажу. Чувак, давай померяемся. Да что тут, мерится у тут картошка. А что у тебя только картошка? Я ищу. А где Сеня? Пошел опять туда. Семион! Так, не, я уже готовый, в принципе. Я думаю, что больше не надо. На этом я бы тоже видел. Че? Да, ты Чё это? Чё это? Чё это? Это... Не, не кинь. Так, о, спасибо. Самое то. Бери всегда по кусочку. Вот по кусочку всего чуть-чуть, потому что вот чтобы не наябываться. Я очень мало иду, блядь. Я еще буквально салатик и все. Не, у меня всегда так, понимаешь? Здесь дохуя всего. И я лучше вот возьму вот по чуть-чуть, вообще по чуть-чуть, по граммочке. И в итоге набирается просто посудина, нереально. Ну, вроде нормально.